Продолжаются ремонтные работы на дороге Т-16-27 КПП Серпневое Тарутино-Арциз. Подрядная организация в первые апрельские дни закончила обустройство 10 километров нижнего слоя асфальтобетонного покрытия возле поселка городского типа Тарутино. Ремонтируемый участок протяженностью 21 километр соединяет бывший райцентр с Украиной-Молдавским рубежом. В прошлом году там уложили 6 километров нижнего слоя асфальтобетона, на прошлой неделе еще 4 километра. Общая протяженность дороги Т-16-27 КПП Серпневое Тарутино-Арциз-Сарата 73 километра. В 2020 году подрядчики отремонтировали два участка дороги длиной 31 километр. В этом году ремонтные работы продолжаются еще на двух участках у Арциза и ПГТ Тарутино. Завершить ремонт дороги Т-16-27 планируется в 2022 году.